Работники прокуратуры Чуваши отметили профессиональный праздник несколько позже, чем по всей России, в связи со взрывом газа в Цивильском районе. Торжества решили перенести. Сегодня не только раздавали заслуженные награды, но и подводили итоги работы. Общее состояние преступности в Чувашии прокуроры характеризуют как стабильное. По сравнению с 2011 годом наметилось снижение количества противоправных деяний на 8%. При этом убийств стало меньше вообще на 17%. В 2012 году объектом пристального прокурорского внимания стали компании и фирмы в сфере ЖКХ. Выяснилось, что ущерб от их деятельности превысил 50 миллионов рублей. Благодаря вмешательству прокуроров отменены завышенные тарифы и надбавки. Выявлено множество случаев некачественного оказания услуг. Кроме того, работники прокуратуры активно занялись правовым просвещением граждан, причем не только в сфере их отношений с управляющими компаниями, но и в иных случаях. Национальное телевидение республики совместно с прокуратурой открыло проект «Правовое поле». И меньше чем за полгода мы успели обсудить немало важных тем. Антикоррупционную работу прокуратуры можно оценить положительно. Только за 2012 год выявлено свыше 3000 нарушений. Вынесено более 800 предписаний. К дисциплинарной ответственности привлечено более 600 должностных лиц. Заведено 62 уголовных дела. Все это свидетельствует о принципиальности и бескомпромиссности работников прокуратуры. Сегодня нет ни одной сферы жизни общества, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Престиж профессии неразрывно связан с ее колоссальной ответственностью. Потому что главной задачей данной профессии является установление справедливости. Учредив прокуратуру, Петр I назвал ее оком государевым. И сегодня, спустя почти 300 лет, ее работники стоят на страже государственных интересов. Вы и обвинитель государственный, вы и защитник государственный, когда правда нужна.